я очень долго не мог понять, не уловить манеру игры. Вот для меня это месяца два ходил, текст знаешь, все знаешь. А вот как-то поймать, и потом мне Владимир Владимирович говорит, он дирижирует оркестром, дирижирует любой судьбой на сцене. Он может ее сломать, может поднять. Дракон сидит в каждом из нас. И главное, как помните, у Чехова, по капельке из себя выдавливая раба, тут по капельке выдавливая из себя вот эти, ну, все зло, которое есть в тебе. Это подонок. Подонок, который стремится к власти, который при всякой власти над ним он умеет приспособиться, найти себе покровителей, который пойдет по трупам, не заботясь ни о каких нравственно-моральных принципах, чтобы добиться собственной власти. Это то, что, с чем мы очень часто встречаемся в жизни. Да все сложно. Вообще, Константин Сергеевич Станиславский сказал гениальную фразу. Будьте готовы к тому, все, что вы на 75% репетиции сделали, вы не войдет в спектакль. Сколько труда вложено, если там нет того 70%, которую мы репетировали. Самая сложная роль – это не только в этом спектакле, вообще в любом спектакле – это роль героя.